Курс на обновление. Речь идет о правящей партии. В преддверии 18-го съезда, который станет главным событием года и пройдет в Москве 7 и 8 декабря, члены «Единой России» делятся своим видением ситуации. Члены партии в том числе хотят разработать кодекс поведения для своих членов. Секретарь Генсовета партии провозгласил разворот в сторону регионов. В преддверии съезда руководитель регионального отделения, спикер Законодательного собрания Владимир Киселев, а также депутат Государственной Думы Евгений Ревенко встретились с журналистами и анонсировали более плотную работу с региональными ячейками. По словам спикеров, общение между людьми и властью должно быть максимально открытым и эффективным. Для этого, в частности, в регионах создаются дискуссионные площадки. Мы будем говорить о том, как их сделать эффективнее и лучше, для того, чтобы люди с мест, наши граждане, имели возможность доносить свои идеи до руководство правящей партии, с тем, чтобы идеи, которые высказывают нам люди, наши избиратели, доходили до нас и доходили до реализации в качестве законопроектов и законов. Я предлагаю разработать систему специальных критериев по, например, реализации проектов. Вот какое первичное отделение партии лучше реализует тот или иной партийный проект. Например, та же самая комфортная городская среда, либо народный контроль проект, либо какой-то другой проект. Вот эти проекты, они с одной стороны все направлены на улучшение жизни наших граждан, а с другой стороны мы сможем как-то поощрять наших лучших активистов, которые занимаются вот реализацией этих проектов.